Воплощается в жизнь, потому что солнце светит, действительно дает свой свет, греет нас. Описание говорит о том, что Бог дает свой дождь, свой свет всем, независимо от того, человек грешен, либо он правильно перед ним, потому что Господь несет нам благо, милость. Будем славить и возносить его. Все наш Господь превыше небес.
Есть один прекрасный псалом, который говорит, как лань, как олень жаждет к тихим водам, так моя душа жаждет к тебе, Господь. Знаю. Только Господь нас водит в те места, где есть покой, в те места, где есть тишина и присутствие Его Духа. Будем знать. Жаждет водам тихим там.
Сегодня навеки Господь наш, Ты Бог.
доверяюсь я, доверяюсь я тебе. Yeah.